Шумные попутчики, коалы, рыбак и артистичный вор. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». The girls are out. We got a problem. Houston, we have a problem. Вот что бывает, когда не следуешь правилам безопасности. Американский пасечник, купив три пчелиные семьи, установил коробки в кузов грузовика и повез домой. По пути мужчина остановился на обед, и чтобы насекомые не пострадали от палящего солнца, он перенес контейнеры из кузова в салон автомобиля. Результат не заставил себя ждать. Life's dangerous. Выпускать их на волю он не захотел, так как заплатил за каждую коробку приличную сумму денег. В итоге водителю не оставалось ничего, кроме как ехать десятки километров в компании тысяч жужжащих насекомых. Хозяин этого видеорегистратора стал очевидцем очень странного вождения другого автомобилиста. Тот, пытаясь припарковаться, разбил стеклянную витрину одного из магазинов. Посмеялся сам, дай посмеяться другим. Рыбак рыбака видит издалека. Семья установила на берегу удочку, но едва люди отошли в сторону, их место заняла коала. В таком положении она просидела несколько часов. Впрочем, этого ей вряд ли хватило, чтобы поймать рыбу. «Сделал дело, гуляй смело» – с таким девизом живет герой этого видео. Обокрав офис, он не удержался от победного танца прямо под камерами видеонаблюдения. Учитывая, что его лицо попало в кадр, раскрыть преступление не составило труда. Теперь артистичный вор будет танцевать уже за решеткой. Лисан Сабирова, вызов 112.